шестой раз Кубок Европейских чемпионов завоеван советскими спортсменами. Семикратный чемпион СССР, заслуженный тренер России Анатолий Остапов! Юбилей как подарок для ветеранов. Ну а с другой стороны, мы едины. Для меня сегодня это подарок как символ единства, побед ЦСКА сегодня и в будущем. А также наших достижений в прошлом, в советский период. Их тоже было немало. Поэтому мы едины. И ЦСКА живет в нас, а мы живем в ЦСКА. Я благодарен доблестному нашему армейскому клубу, начальству нашего клуба за то, что они проявляют внимание для ветеранов. Все, чем могут, наверное, тем и помогают. Конечно, приятно в таком возрасте побывать, вот, увидеть баскетбол. Одно дело, когда ты по телевизору смотришь, я не пропускаю баскетбол, все время смотрю по телевизору. Но вот телевизор, он же не передает эмоции, он же не передает того восхищения, которое присутствует во дворце. Вот. Он не передает ту реакцию зрителей. Поэтому побывать в спортзале – это для ветеранов серьезного возраста – это счастье. Поэтому клуб радует. Спасибо.